I'm sorry. Последний день октября 2017 года стал весьма обломным для пары верхнепышминских злостных торчков, регулярно промышлявших барыжничеством. Сережа, по кличке Тагил, отправился на машине с подружкой. Проехавшись в Екатеринбурге по местам закладок, он возвращался на базу, когда на Успенском проспекте уже в Верхней Пышме их тормознули инспектора ГАИ. Ой. Вот видите там тигра на поляне? Я плачу ему целый косарь деньги, чтобы он его... Чтоб я его, ребята, чпокнул. Всем пока. Ура! Я бегу чпокать тигра, Надоели медведи, буду чпокать тигра. Еще и бабосик подниму. Всем привет, мои роднульки. На связи Запка членов. Прямо сейчас я нахожусь в Казахстане, куда я приехал сегодня утром на заработок. И пока я летел в самолете, меня посетила мысль начать снимать для вас видеоблог. Слышь, чертила грязный. Дети, не верьте этому глиномесу. Я купил его за лям тинги и привез сюда как своего раба. Помогать мне делать деньги. Вот сегодня, например, мы будем ходить по Алмате и оставлять для вас закладки со шпаком. Ты давай не ври лучше, а то в зоопарк тебя сдам. Ладно, ребята, не буду вас сейчас обманывать и скажу как есть. Все вы наверняка знаете, что прямо сейчас мой канал переживает ужаснейшие времена. Просмотры в анусе денег у меня не приносит, а ставки рекламировать опасно, потому что за них меня уже один раз опиздюлили. Задний проход до сих пор болит. Поэтому я принял решение заняться эскортом. Что? Ну признавайся, братан, за сколько тебя этот мужик купил? Да не буду я признаваться, нормально он мне заплатил. Баба хватит, чтобы хату на 3 месяца оплатить. А в Казахстане тоже он тебе хату оплачивает? Естественно, он и хату, и жрачку. Я что ли идиот ехать за свой счет туда, ага? Ну и вот, собственно, я здесь, в Казахстане, вместе со своим временным владельцем, агентом. А это наше с ним шоу, в котором мы будем показывать вам, как мы тут живем, где бываем и как ловышку поднимаем. В первом выпуске нашего шоу мы будем прятать для вас закладки с самым качественным ереванским шпаком. Вот, видите, вот они, закладочки мои со шпаком. А вы что думали, бежу вам что ли? Ну все, пощупали. Ой-ой-ой-ой. Пока мы гуляли по Алмате, мой водитель скинул мне крутой челлендж. Ты гений, чувак. Расскажи, что мне надо сделать. Короче, я предложил этому глиномесу такой интересный челлендж. Вон он, тигр, видишь, на холме сидит. Ему нужно его, чтоб я его, ребята, чпокнул. Всем пока. Ура, я бегу чпокать тигра, Надоели медведи, буду чпокать тигра. Еще и бабосик подниму. Так, я иду к этому тигренку, я уже близко. Пацаны, я тут. Сейчас я буду зарабатывать деньги. То, что чпокну эту киску. Видите, какая большая. Братюня, а мне кажется, или он посрал только что? Я тебе бабки за что плачу? Вот, я прям трогаю, свежее дерьмо. Буквально минуту назад отложил личинку. Не буду я его чпокать, это вообще не гигиенично, мы так с тобой не договаривались. Короче, пацаны, чпокнуть тигра не получилось, мой владелец недоволен. Это чмо с козлиной бородкой, вообще охуел уже. Чтобы понимали, я этому чертиле отвалил лям тинге. Просил его нормально чпокнуть тигра того, а он не хочу, очко грязное. Да нахуй, это вообще надо такое отношение. Итак, самое время заложить первую закладку с ереванским шпаком. Вот, ребята, смотрите, за этим кустиком будет шпак от жабки членова. Да когда вы его достанете, найдете, не берите все себе. Тут хватит, чтобы весь Казахстан кибенем финем скурить. Оставьте по-братски другим пацикам, которые посмотрят этот видосик. Ой-ой-ой-ой. Следующая наша закладочка. Прятать ее буду вот тут, прям на этом дереве, вот под этим из говная палок скворечником. Пацаны, я клянусь, шпак просто качественный. Не стесняйтесь, приходите, берите, все для вас абсолютно бесплатно. Пока я прячу следующую закладку, хочу вам рассказать историю об этом ереванском шпаке. Перед тем, как ты услышишь эту историю, въеби мне лайкусик. И, конечно, подпишись на этот каналчик, если до сих пор на него не подписан. И колокольчик нажми. Впервые я попробовал этот шпак еще в 2015 году в компании моих больших друзей. Они дали мне тяжечку, я ее оприходовал, и все. С тех пор я, пацаны, подсел на это дерьмо. Я единственное, если скажу вам по секрету, лишился под этим шпаком. Настолько крутая хрень, вы не представляете. Прямо сейчас я хочу дать попробовать шпак случайному прохожему, чтобы вы убедились в качестве этого дерьма. Здорово, пацаны. Как тебе шпак, братишка? Шпак качественный, пацаны. Курнул минуту назад, уже вставляет. Просто... Скажи же, стоит под нее нормально. Просто жесть, как хочу снять штаны и пойти шпилить все, что движется. Вот, ребята, я же вам говорю, это качественное дерьмо, поэтому погнали, запрячем еще одну закладочку для вас, мои любимые. Посмотрите на это небо, пацаны. То ли меня пидорасит так жестко, то ли это реально как сладкая вата. Не, скорее всего, меня жестко пидорасит. Так, оператор, стой на месте, не надо снимать, как я тут су. Я сейчас в туб залез, гоняю и там же закладку одну скину пацанам. A few moments later. Она особенная с моим ДНК. Слушай, вкусы замочи не испортится? Да не, я думаю, так даже круче. А, окей, если так, то погнали дальше. Ой-ой-ой-ой.